В парке встретилась недавно я с героем молодым. Он такой, богу славный, сразу я сдружилась с ним. Сколько ловкости и силы, сколько смелости на вид. Но о чем бы ни спросила, все он точно говорит. С фронта? Точно. Нынче в отпуск? Точно. Так он рассказывал про личные дела. Летчик? Точно, много сбили, точно. Очень интересная у нас беседа шла. Мы весь день не расставались, мы сидели на песке, мы на лодочке катались по родной Москва-реке. Я ждала другого слова, но мой славный паренек, кроме точно мне другого, ничего сказать не мог. Вася, точно. Хорошо вам? Точно. Парк закрывается, пора идти домой. Завтра? Точно. Ровно 8? Точно. Молча прощается, вздыхает парень мой. А в конце второй недели чуть не вышел вдруг скандал. Также в парке мы сидели, он все тоже повторял. И сказала я нарочно: если ты, имей в виду, мне еще раз скажешь точно, я немедленно уйду. Понял? Угу. Будешь умным? Угу. Долго смотрела я в любимые глаза. Любишь? Это точно? Точно! Ну, наконец-то он все прямо мне сказал. Юлия Зиганшина! Браво!